Для приготовления курзе с мясом нам понадобится 1 кг муки, 1 яйцо, 1,5 стакана воды, 1,5 чайной ложки соли, 1 кг говядины, 800 г куриных грудок, 2 луковицы, 2 чайных ложки соли, 2 чайных ложки черного молотого перца. Замешиваем тесто. Для этого просеиваем муку через сито. В муку добавляем соль, 1 яйцо, 1/2 яйца и замешиваем тугое тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. 2 раза достаем из пакета и обминаем его. Для приготовления мясной начинки режем крупными кубиками куриное филе и говядину. Куриное филе, говядину и лук перемалываем на мясорубке. В готовый фарш добавляем 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца. Все тщательно перемешиваем. Мясная начинка готова.
Достаем из пакета тесто, отрезаем кусок. И раскатываем его руками в колбаску. Колбаску нарезаем небольшими кусочками. Каждый кусочек обмакиваем в муке с двух сторон. Затем каждый кусочек раскатываем скалкой в маленькие лепешки. В каждую лепешку кладем мясную начинку и залепливаем края лепешки косичкой. Отвариваем курзе в подсоленной кипящей воде 5 минут после закипания. Готовые курзе выкладываем на большое блюдо или порционные тарелки. Приятного аппетита!